Александр Коцевол и Олег Яковлев. Дай поздороваюсь сам. Здравствуйте. Александр Коцевол, прекрасная, красивейшая девушка. И я ваш покорный раб и слуга Олег Яковлев. Вы смотрите прямой эфир. Вы с нами сейчас. Вы смотрите Russian Music Box, что очень приятно, потому что это вживую, это по-настоящему, это прямо сейчас. Прямой телефон абсолютно простой. 8495-276-2949. И вы можете прямо звонить, прямо спрашивать о чем угодно, потому как у нас будут замечательные гости. Да, и у нас сегодня прекраснейшие гости, красавицы, умницы, комсомолки, я не знаю как, спортсменки, героини. В общем, лучшая половина женского населения сегодня будет у нас в эфире, поэтому наблюдайте. Мужчины, особенное внимание, я думаю, нужно прям прилипнуть к экрану, потому что девушки... Я бы даже там сказал, что сегодня будет женское царство. Группа «Фабрика» — это три прекраснейшие, красивейшие девушки, талантливейшие, с такими голосинами, с такой внешностью. Их желает видеть на концертах вся мужская прекрасная часть населения. И наша чудесная подруга, красавица, мама, певица, композитор, и за это много-много-много всяких регалий, Ирина Дубцова. Я думаю, что это, наверное, вот как я называю, богиня, глыба. А просто прекрасная женщина с прекрасным голосом, просто удивительный человек, который редко бывает в прямом эфире, и она сегодня готова вас одарить своим присутствием. Да, не забывайте заходить в ВКонтакте, в группу ВКонтакте Russian Music Box, и под сегодняшним анонсом, там, где вы видите наших как раз замечательных артисток, оставляйте ваши комментарии и вопросы. Тем более, что мы сегодня разыгрываем призы, как всегда. Мы без этого просто Олег уже не можем. Я тоже не могу это без традиция. Них. Это традиция. Вот, например, у нас есть такой прекрасный сертификат на месяц, целый месяц, ребята, ходить на групповые занятия в школу шпагата пластилин. Между прочим. Вот если честно, у меня есть шпагат. Саша, у тебя есть шпагат или нет? Олег, у меня шпагата нет, но я мечтаю его заполучить, потому что у нас с тобой чудесный спор, и я думаю, что... Я расскажу об этом споре. Если Саша сядет на шпагат... Если Саша сядет на шпагат через месяц, я повезу ее на Сейшелы. Через два, к ноябрю. Ха-ха-ха, на поперечный. Поэтому там, кстати, может любой желающий прийти на пробное занятие, нужно на сайте просто зайти, заявку оставить, и можно бесплатно... И сделать вот так. Волочкова отдыхает, ребят. Вот. Но помимо того, у нас сегодня еще прекраснейший розыгрыш. У тебя все прекрасно в жизни. От vivip.ru. Да. Это интернет-магазин распродаж одежды, обуви и аксессуаров, Олег. Вот. Более 1000 мировых фэшн-брендов с постоянными скидками. До 90% можно скидку получить. Ну, в общем, хорошая штука. Купи vip.ru. А, мне очень понравилось. Вы знаете, тут рюкзак, и тут можно ходить по улице и оглушать всех музыкой. Так что звоните, вы реально можете все это выиграть, это будет все вашим, это по-настоящему, по-честному. Саша, вот а мне что? Олег, тебе моя любовь. Ты моя любовь. И любовь зрителей. Да, и кстати, ребята, наши образы сегодняшние, это наш дружественный шоурум, бренд. Коллапс бренд. Что ты на меня смотришь постоянно? Вот, смотрите, какой Олег чудесный, да, красивый. Да, какой у тебя платье, смотри, какой хороший. Спасибо большое. В общем, все туда. Саша, я люблю музыку. Мы здесь ради музыки. Поэтому давайте смотреть музыку, наслаждаться. Поэтому, несмотря на то, что сегодня 13 сентября, все положительно, все хорошо. А Бандерас – это особенная группа, которую я, ну, просто симпатии огромные испытываю. Давайте посмотрим новинку. Бандерас – не то, что вы подумали. И думаем. О чем? Ура, ура, ура! У нас группа «Фабрика» приехала. Блин, а где ваша третья нога? Третья нога где, скажите? Пути! Пути. Она прыгает. Ну, как бы Саша, наверное, просто выбирал долго платье, как он прийти к нам на эфир, ответственно. Саша сейчас очень красивая. Я объясню, в чем причина. Ребят, вы смотрите прямой эфир Russian Music Box, вы видите группу «Фабрика», Ирину Тоневу, Сашечку, а Александра Савельева, как всегда, опаздывает. Но это нормально, потому что когда кто в лес, то по дрова, кто в облака. А я знаю, почему, так, что потому вот так что вот. И так у нас, получается, уже тут две Саши, третья много, наверное, Саша подумала, что ладно, да? Две Саши есть, и нормально. Это прекрасно. Просто сейчас удивительный марафет зайдет, поэтому запаздывай чуть-чуть. Понятно. Здравствуй, Ирочка. Ирочка, здравствуй, Саша. Привет, как дела? Как хорошо? Как осень? Как вообще-то осеннее вообще настроение? Очень осеннее настроение. Ой, мы любуемся. Ой, мы любуемся. Ну все, здоровайтесь, говорите. Рассказывайте, с чем пришли, да. Кто как живет и чего что любит. Всем привет! Ура!
Да, ну мы сейчас, да, на ваши уважаемые телезрители, уважаемые же, да, вы у нас телезрители, то есть тут как-то люди ходят, и я не понимаю, что происходит, да, мы сейчас будем на ваш суд. Строгий у вас суд или нет? Не строгий. Да, мы сейчас вам предоставим нашу летнюю работу, да? Очень летнюю, давно летнюю работу. Наш клип, наш прекрасный клип на прекрасную песню «А я за тобой». Девочки, рассказывайте, что происходило, что, где съемки, в каком месте. Я знаю, что там есть морские какие-то побережья, это где снимали, кто режиссер, вот, что это было. И насколько это было трудно или легко вообще, как это все было, что происходило, что было смешного, что было грустного в этом клипе. Рассказывай! Ой, было на самом деле много всего. Снимали мы на побережье Черного моря в городе Одесса. Поэтому, как понимаете, атмосфера была очень веселая. В Одессе весело, да? Да, всегда очень весело. Съемки длились 34 часа, это тоже говорит о том, что было очень весело. То есть не останавливаясь, как начали, и 34 часа. Ну, часик всего дали поспать. Вот так с прической, с макияжем сказали, ложись. А незаметно было, чтобы там не выспали совсем в клипе, то есть там все в порядке. Ну, в одном месте и есть, но сойдет. Глаз. На самом деле, я скажу так, что это большое всегда событие, когда... Вообще происходит песня, когда Игорь Матвиенко вдруг раз и для группы «Фабрики» сочинил песню. Ах, нет, потом ах, еще нет, более... Ах, нет, ах, нет. Да ладно, вот просто вас видит и каждый месяц пишет новую песню. Нет, не Игорь Матвиенко написал. Не Игорь Матвиенко? Серьезно? Нет, блин, нет. Я чего-то как-то отдалился. А кто композитор тогда? Композитор классный. Ирина. Это кто? Девушка Ирина. Девушка Ирина без фамилии? С фамилией, но мы знаем ее творческий псевдоним Ирина Камчатка. Ирина Камчатка? Не Ирина, не Ирина Тонева. Откуда она взялась? Это какой-то интернет-гений? Нет, на самом деле эта девушка уже написала прекрасные слова к песне «Я тебя зацелую». Поэтому она уже известный персонаж для нашей группы. И она написала новый хит, скажем так, да? Ну а сами вы довольны работой? Вот объективно что-то вам показалось, что, например, можно было бы этот не доиграл, может быть, или переиграл? Объективно? Объективно. Ну, несмотря на то, что мы уважаем советский кинематограф и все такое. Вот. Но когда нам сказали, что будет сюжет, ну, то есть не мы решали, какой будет сюжет, да, сейчас строжайшая тайна вообще раскрывается, и я не знаю, что мне будет за это потом от начальства. Но я вот подумала... Ой, ну классный фильм, ну зачем нам повторяться? Надо сделать, ну хорошо, ладно, да, давайте, хорошо, давайте, ну то есть была такая надежда на творчество украинских, простите. Да, очень классные ребята, талантливые, вот, и, ну мы как смогли, вот внесли какую-то свою фабричную. Обновили, так сказать. Да, как смогли, вот, простите. Знаете, я посмотрел, Ирочка, Саша, мне очень понравилось, там все понятно, и мне кажется, что вы сделали, может быть, даже где-то рядом, или, может, даже чуть лучше. Поэтому давайте презентуйте вашу новую работу, ваше новое кино, потому как это очень интересно. А я за тобой, группа «Фабрика», премьера, слушаем, влюбляемся. Ну, вы знаете, я посмеялся, мне очень понравилось, мне кажется, вы такие, то там такие симпатяки. Саша, ну какие движения, покажи мне. Размахивают одежду и бегут туда. Девчонки, а вы были бы счастливы, если бы, не знаю вас, раз, тебя в одно село, раз, на коня и угнали, и тебя в другое село, и раз, и все. А Савельева осталась просто, не знаю, там у скалы одна, никто ее не выбрал, допустим. Мы предпочитаем сами воровать, судя по клипу. Так схватили, унесли все. А были случаи в жизни, когда вот мужчина пытался, не знаю, как-то не то чтобы даже своровать, а кавказские дела, понятно, а может быть как-то вот прям завоевать и сказать, ты моя, и все, точка, сиди дома, там, ну, такие вот. Ой, да, Саша, ну куда, колись, куда колись, ты вообще? Смотрите на ее. Я таких не подпускаю. Сразу чувствуешь, на версту? Я не люблю такие жесткие дела. Ну, а кто любит на кухне сидеть, не знаю. Я люблю готовить. Кто любит готовить? Мы любим очень готовить. Мне кажется... Фонарь? Саша, наверное, Савельева. Саша, мне кажется, ты очень хорошо готовишь. Не знаю, смотрю на тебя, улыбаюсь. Ну, я могу. Не знаю. Точно могу. Что что-то есть такое. Могу, но ленюсь. Мало времени. Вкусно. А мне кажется, что если Ира Тонева готовит, то как-то изысканно. Это очень полезно. Как-то очень все полезно. А не веган случайно? Господи, боже мой. Я вегетарианец. Все, я убежал. Вегетарианка, да? Я так и думала, почему. Серьезно? Да. И мясо никогда не хочется, проходишь бургеры. Не хочется. Нет, не хочется. Но я, знаете, я люблю нюхать. Мясо.
Да, то есть как будто бы я ароматом насыщаюсь. Серьезно? Да. Слушайте, наш звукорежиссер очень любит пельмени с мясом. И вот Ира сидит рядышком и говорит, слушай, Сережа, дай понюхай. Наверное, вкусно. Наверняка у звукорежиссера бы такой живот. И хвостик наверняка. Это же классика обычно. У него вот здесь вот хвостики такие прям не высовывающиеся. Ужас, ужас. Хвостики не высовываются. Девочки, а погода хорошая была в Одессе, когда я снимали? Или холодно было? Это был июль. Была классная погода в июле, и осенью его сделали. Да, мы думали, что мы снимем в июле, выпустим тоже в июле, но как-то все не срасталось. Решили продлить лето, поэтому смотрим сейчас. Да, да, как раз сейчас всем хочется еще лето, смотрят и как бы погружаются в то. Но осенью! Но осенью мы добавим депрессию в вашу жизнь. Ириша, а как ты различаешь, когда говоришь «Саша!» Я вдруг раз Савельева откликается, и Попова откликается. Как ты вообще? Есть какие-то разницы? Или ты говоришь «Александра» или «Санек»? У нас есть прозвища, вот, но они не всегда идут. И, кстати, Ира одна из тех людей, в принципе, у нее выхода и нет, она действительно иногда использует эти прозвища. Ну, они вот... засекречены или можно озвучить? А можно? Нет, почему можно? Вот Пушистик. Пушистик. Саня у нас Савуша. Это не потому, что я волосатая, друзья. Савуша, потому что Савельева, да? Нет, ну, потому что сова мудрая такая. Мудрая, конечно, не спорим. Она наверняка сейчас мудрит по дороге. А я Ирина. А я скажу, как Иру мы называем. Мы называем Ира Эро. Эро. По-галлийски. Мне это очень нравится, Эро. Это же, это правда. Прости. Вот если бы мне сказали бы Олег Эро, я бы не знаю. Нет, но звучит Ира Эро. Я бы был очень-очень счастлив. Ира есть. Это правда. Просто и вот Александра озвучивала, это то, о чем я не решался говорить. А у вас есть прозвище? Не знаю, но мне Олежечка, Саша меня называет. Олежечка, да. Яша, но мне не очень нравится. Вот. А в детстве я был там зеленый меня называл, потому что у меня была ветрянка, и я был весь в зеленке. Так что особо как бы прозвищ нет, но они на самом деле очень милые и очень. Скажи, пожалуйста. Как вообще тебе нравится гастролировать, Саша Попов? Сколько в группе уже получается? Я уже 2.5 года, уже ближе, да, в феврале будет 3 года. Конечно, нравится. Я хочу больше, чаще. Ну, поехали концерт. Сейчас, вон, поехали. Матвиенко влюбился, когда тебя увидел. Вот и все. Не знаю. Но это по-хорошему. Вот Матвиенко же влюбляется именно как в артиста, как в вокалиста, в личность, как в индивидуальность. Понятно, что ты красавица. Когда влюбился и как это все было? Как это трудно это все ли, было легко сложно. Ли? Это было все сложно, потому что когда проходил кастинг в группу, я не смогла прилететь в этот день, потому что я из Донецка, у меня был свой концерт, и как девочки уже потом рассказывают, они говорят, вот это зажралась девчонка, тут такая возможность. Вот. Что, так и сказали? Да, так и сказали, Ира уже не помнит ничего, я-то все помню, Саша не рассказывала. Вот, а потом у меня получилось все-таки приехать. Так, вот это, знаете, как судьба всегда что-то делает невозможное. И так совпали обстоятельства, что Игорь Игоревич в этот момент был, я перед ним спела. Потом оказалось, что у Саши Савельева отмечает в этот день свой день рождения, и мы с Игорем Игоревичем поехали к ней на день рождения, я у нее на день рождения спела, я думала, боже, какой кошмар, она меня не знает, что это за человек. Вот, и все, и так меня взяли в группу. Это не человек. А что ты пела? Я пела песню, которую я пела на проекте «Хочу Виагру» актером Boombox, кавер-версии. А может быть, строчка чуть-чуть. Сейчас? Строчку. Да, пою, хорошо. Давай. Мне не нравится дым, черт с ним, он убивается вокруг голова, уже разносит волна по дворам, что между нами чуауа. Спасибо. Так я понимаю, почему вот я осталась в группе, конечно, если так вот вышло. Нет, я знала другой секрет, я знала, что нужно спеть «Мама, ну не виноватая я». А потом в конце «Ах, виноватая я». Как у матушки моей было 8 дочерей. Вот так надо петь, друзья. Мне очень нравится, да, вот кусочек стихотворения, что скажу я завтра маме, что скажу я завтра папе. Рассказывайте, вы понимаете, что вы на допросе? Раз, пока две, три красавицы, три солистки, допустим, прилетели в город, не знаю, Кемерово, Новосибирск. Кто из вас раньше просыпается?
кто из вас дольше готовится к концерту, кто позже выходит из гостиницы, кто кого ждет, и кто что предпочитает, допустим. Я знаю, что вот три стихи, это всегда три ужаса. Это три ужаса, потому что я на себе знаю. Кто-то позже, кто-то раньше выходит, кто-то график начинает разный, хмыкать, кто-то начинает, не знаю, там, чуть-чуть урчать, и кто-то начинает и так далее. То есть, если, со мной тоже трудно, поэтому давайте рассказывайте, у кого какой характер. Кто раньше просыпается, кто дольше выходит, кто опаздывает. Если, например, кто-то выходит позже... У Савельева, допустим. Нет, я не буду говорить, кто. Если, например, кто-то выходит позже, тот, кто выходит раньше, все равно замечательно проводит время. Он может пройтись влево, может пройтись прямо. Прямо может, это направо. Может посидеть в машине и подышать. Это ужасно. Друзья, вы же понимаете, кто выходит вовремя? Нет, абсолютно нет. Перед вами мисс пунктуальность. Эро выходит первая. В хорошем плане, действительно. Точно очень. Нет, бывает, правда, по-разному. Вот, по поводу экскурсии, мы-то уже как плюс-минус-то насмотрелись, но все равно иногда, даже часто хочется приехать, и какой-то вот, например, Ульяновск, такой очень теплый, какой-то уютный городок, какой-то немножко сказочный был недавно, вот 3 дня назад. И мы прям приехали, мы так прям, ой, погулять бы, а потом... Да, да. Саня, например, она ей часто хочется... Да, да, да. И иногда я девочек говорю, девочки, пойдемте со мной в Пятигорске. Пойдемте, давайте посмотрим. Красота. И так мило, да. Пойду. Я вас понимаю, потому что Олега тоже очень часто во время гастролей сложно вытащить из постели. Почему же? Я гуляю, и даже до сих пор иногда... Нет, период магнитиков прошел. Но я вообще удивляюсь, восхищаюсь вами, потому что, во-первых, вы девушки, вы красавицы, как вообще после таких переездов, перелетов, быть в идеальной форме, ведь вы такие разные. А у вас есть песенка под такую песенку, да, называется? Клипчик. А мы такие разные. Вы вот раз, два, три, разные, но одинаково красивые и восхитительные. Включай. Группа «Фабрика», друзья, звоните, пишите. Мы вас любим, ждем. Вы в прямом эфире, и мы тоже. Мы все ваши. Смотрим клип. Вы не представляете, в каком я вот лакомстве нахожусь, в каком я раю, и я себя чувствую как... Не знаю, как хан, как богатырь, как какой-то, не знаю, владелец женского гарема. Потому что я один, а вас трое, все красивые. И мне очень приятно, всегда приятно мужчине искупаться вот в красоте, в чародействе. А там еще только что Сати было. Да что ж такое, ты мне дашь когда-нибудь сказать хоть что-нибудь? Вы смотрите прямой эфир Russian Music Box. Нас смотрят, кстати, и в Израиле, и в Америке, в Прибалтике. Можете, у кого есть родственники, передать. Большой привет, вы смотрите «Красавец», группу «Фабрики», Александр Куцевов, я Олег Яковлев. Звоните, пишите. Что там, кстати, там чего-то такое. Я хотела про Сати. Сати уж сейчас в сольном проекте тоже очень долго хотела, и вот вы как-то вот сами верили в нее, как это поддерживали, она советовалась, как-то происходило обмен информацией, или она ушла так скромненько, и потом раз, и все, и звезда сама по себе. Ну, она вынашивала, наверное, эту идею, вынашивала, хотела, да, потом нам сообщила, мы порасстраивались. Потом мы восстановились, вот, благословили, конечно же, ее. Вот, ну, восстановились, знаешь, как будто мы попали в обморок, лежали 3 недели, насиновали, потом восстановились. Ну, восстановились, да. Ну, понятно же, что было уже понятно, что она что-то хочет, но я знаю, что ты тоже идешь по пути, по этой тропе, что тоже сольный проект. Давай, рассказывай, выкладывай, чтобы Саша Попова не упала и не восстанавливалась потом. Нет, я уже все знаю. Да, девочки все знают. Давай, рассказывай. Вот, и у Саши Савельевой свой сольный проект тоже параллельно. Это да, «Фабрика», да. У меня тоже, я начала где-то, мы начали все это колдовать 9 лет назад. Ой-ой-ой. Но сначала там все для себя, немножко в другом стиле. Это была такая пост-роковая история, немножко попсовая, но пост-рок это был. А сейчас это электронная все-таки тема, электропоп. Вот. То есть он такой на массу не рассчитан, то есть на какую-то определенную аудиторию, правильно? Ну, на широкую аудиторию, рассчитан на достаточно... Ну, коммерческий проект. Современную аудиторию. Коммерческий, прибыль, да. Ирочка, я надеюсь, иначе мои музыканты меня съедят. Мы потом вернемся к твоей тайне и к твоему проекту. Это не тайна. Ой. Здравствуйте. Алло. Я смотрю, что ли, на небо, как будто с неба звонит. Алло. Как вас зовут, откуда вы? Алло. Да. Привет, меня зовут Яна, я звоню вам из Москвы. Ой. Я
певица и хотела поблагодарить вас большое за группу «Фабрика». Обожаю их песни. И хочу сказать им большое спасибо за их стойкость, за вот столько-столько лет они в группе «Ирина». Просто супер молодец. У меня такой вопрос с подковыркой. За какую песню дважды был вручен золотой граммофон? Может быть, девчонки ответят мне? И могу дать подсказку. Дважды за одну нашу песню? За вашу. Да. Два граммофона за одну песню? Вы, наверное, золотых думаете... и не золотых. Извините, пожалуйста. Золотых. Два золотых за одну и ту же песню, два раза. Лёлик. То есть два года. В 2004 и в 2015. Лёлик. Да, 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 правильно, верно. А можно я вам спою? Я тут люблю эту песню. Конечно, давайте мы как раз хотели вас попросить, чтобы вы спели в самом начале. Что? Мы как раз в начале хотели попросить, чтобы вы спели. Вот, сейчас спою. Крутится земля вокруг своей оси, ну а мне 20 лет. У подъезда просигналило такси. Песня обо мне. И тебе скажу я снова. Да, спасибо, девочки. Спасибо. Лёлик, Олик, это я. Главный претендент на наш приз, на гран-при. Слушай, давай. Рюкзак уходит к вам. Нет, давайте мы подождем еще. Будет круче вопрос. Ты думаешь? Да, и мы еще ждем. Но у вас пока гран-при. Гран-при на приз, да, от kupivip.ru. Слушай, какая же ты властная девушка. Читай уже. Я просто так подарю. Она же взяла, говорит, подожди, а я хочу подарить, Яна, я вам дарю рюкзак. Широкого плеча. Твое нет вообще не катит. Мы ждем до еще эфира. Тут вопрос ВКонтакте. Угу. Доброго времени суток. Я Алина из Коломны, мне 30 лет. Хочу задать вопрос группе «Фабрика». Давно слежу за творчеством, с 2004 года, с самого начала. Девчонки, вы всегда выглядите просто супер. И как удается так хорошо выглядеть? Поделитесь секретом. И как сделать так, чтобы каждый день приносил радость и улыбку? Пользуясь случаем, передайте привет Сати и Кате. Их тоже очень люблю. Как выглядеть хорошо, думаю, да. Это от тебя, Соня, дорогая моя. Да, и как сделать счастливым день? Расскажи нам всем. Каждый день, чтобы быть радостным. Чтобы счастливым день сделать? Да. Значит, рассказываю рецепт, как сделать день счастливым. Спасибо. Во-первых, окружайте себя вот такими людьми, это во-первых. Во-вторых, у вас есть правая рука, да? На ней есть, ну, как минимум, нет, дай бог, все пальцы есть. Вот так берете. Оп, все, день счастливый! Если вы так не сделаете, другого просто способа, но это самый простой и самый сильный, главный способ. Записали? Записали. Да, ну, нет. А как удается выглядеть вот так вот супер? Да расскажи ты всем, расскажи! Я сама записывать буду. Поехали. Ну, хочется прикинуться, что есть гениальные идеи, какие-то рецепты, но... Ну, давай с секрету, не будем каких-то там открывать. Я думаю, что генетика, и просто нужно самого себя любить. И саму себя любить, мне кажется, это абсолютно точно. И когда смотришь в зеркало, ты говоришь, какой я самый лучший, какой какая генезис? Самая красивая. Конечно же, я думаю, что так. Но то, что говорить с утра нужно, что здравствуй, добрый день, и все вокруг здорово и хорошо. Да, и ты красивая и тоже. И главное, никаких штампов. Вот. Что такое штампы? А это в паспорте. Шутка. Вот я против штампов, это абсолютно не нужно никому. Давайте посмотрим клип «Максим штампами». Штампами, да, Максим, да. Максим? Ой, Саша. Ура, 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 ура. Да, ну вот мы как всегда снова вместе. И вот у нас будет не четверо, уже пятеро. Наконец-то мы дождемся, Саша. Она вот сейчас вот должна секунды влететь. Да, вот у нас звездой. Магнит обострился женский же. Все, причагивала она вот. Скажите, ой, опять звонят. Да что ж такое-то? Здравствуйте, как вас зовут, откуда вы? От верблюда, Саша. Алло. Да, добрый. Алло, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Светлана Ульянцева из Нижнего Тагила. Я бы хотела передать огромный привет девочкам, поблагодарить их за их творчество. Мы их любим, ценим и пожелаем дальнейших творческих успехов. Спасибо вам. Спасибо. Большое. Привет, спасибо. Нижнему Тагилу, там не замерзаете. Я люблю Нижний Тагил, я там бывал не раз. Чудесный город. А скажите, что вы хотели бы
Ой, сразу раз, и все, Нижний Тагил, раз, оборвался. Скажите, осень чувствуете? Грибы собрали, какие-то заготовки сделали, огурцы, маринованные помидоры, что-нибудь такое. Ходили хоть раз в лес по нашей Руси, да, необъятные? Да, да, да. Ну, я первый раз в этом году собирала грибы. Когда? Вот неделю назад. Надо же разбираться, можно же не досорвать. Ну, мне, так, знаете, краткий экскурс провели. Классная природа, классная погода, много грибов. Вот, можно было их насобирать, если бы я в них разбиралась очень много, но обошлись маленьким количеством. Вот. Ну и молодцы. Знаете, тут вот поклонники спрашивают. Иркен Зумабаев. Или Жумабаев. Привет, группа «Фабрика», самые лучшие, замечательные все дела. В общем, классные, клевые песни, очаровательные. Нет, какие дела, какие? Вот, чудесные, прекрасные, милые девушки. Александра, я обращаюсь к тебе, если есть возможность, добавь меня в друзья ВКонтакте. Ты самая лучшая на свете, и передайте мне привет, и пошлите мне воздушный поцелуй, он просит очень сильно. Пожалуйста, Иркин сделай. Иркин просто вот умоляет. Ну, это как-то хиловастенько. А как же я должна это сделать? Ну, сильно, прям вот сильно. Саш, добавишь друзья ВКонтакте, Иркин? Да, добавлю. Вот, все, в прямом эфире обещание. Добавляйся в друзья. Все. Выбросил. Саша! Саша! Давайте как Деда Мороза позовем. Давайте. Саша! 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 Смотри, его зовут! Да-да-да! Ну, смотрите, как в школе наказывают, а? Здравствуй, Сашечка. Привет. А мы скучаем. Друзья, ну вы и забрались. Давай извиняйся уже, пожалуйста. Ну чего, тебя вся страна ждет. Я хочу сказать всем привет. Я рада, что я все-таки добралась. Ура! Ура! Санечка, с каким настроением? Что сегодня произошло? Мы клип уже посмотрели, уже это все. Прекрасно, это прекрасно. Я уверена, что девочки все вам рассказали. Все нет, не все, не все, не все, не все, не все. Не все, нет, они тебя очень, очень бережно к тебе относятся. Бережно, сказали, как Саша все расскажет. Александр Савельев придет, так сама все и просто им и выдаст коленце. Потому что в пробке. Да вообще ужас, ребята. Что случилось? Рассказывай. Там солнышко, да? Сегодня просто стоит. Вообще, я не знаю, ну, вообще все время, в принципе, стоит, но сегодня как-то особенно, видимо, вот... Ну, ладно, поздравляем с клипом, Саша. Как тебе вообще видео понравилось? У тебя есть какие-то свои собственные замечания к самой себе? Очень жалко, что видео вышло так поздно. Хотелось, чтобы вот лето еще застало, но... Мы, мне кажется, этим видео продлили лето. Ну, ты знаешь, что мы сейчас три раза, на самом деле, смотрели клип. Мы такие разные. Три раза вставляли. Да. Здорово, наконец-таки. Вот и Игорь порадовался. Да, да. Мы когда рассказывали, вы когда вот спрашивали о клипе, во-первых, все удалось. А я когда смотрю на клип, мне кажется, вы все время мучаете мужчин в клипе, нет? Вот мы в любом клипе нет, вы все нравится. Время находите Олег, какую-то как жертву мужского рода. И втроем просто его мучаете, пинаете, связываете. Там стреляют даже, Олег, да. А он говорит, еще. Очень хорошо получилось. К тому же, когда я спрашивал... Нам сказал Игорь так сделать. Да, все правильно. К тому же, когда я спрашивал, кто из вас на гастроли Сони, сказали, что ты. Кто опаздывает все время при выходе на концерт? Ты посмотри-ка! А еще кто? Посмотри-ка! Ну, сегодня опоздал, это тоже я. А еще? Смотри! Да. Да. Кому ты поверишь, детка? Я сделаю подарок. Девчонки, как вот насчет шпагата? Нравится? Какой поперечный? Ты, Саша. Есть? У всех шпагат есть? Я нет, к сожалению. Нет? Вот есть школа шпагата. Я могу высоко поднять ногу. Школа шпагата пластилин, там, в общем, индивидуальные занятия, все дела. Там есть такой, знаете, вибростимулятор Бизон, при помощи которого разогреваются мышцы. И, типа, за два месяца можно снимать. Ну, ради Бизона вообще надо идти. Вообще. Спасибо большое. Александра Попова, Дина Тонева. Спасибо большое. Я все время смеюсь по поводу шпагатов, потому что Саша мне обещала шпагат, но ноль. Какая Саша? Интернет-магазин купивип.ру, вот вам такие подарочки, там, ну, осенние. Спасибо. Вот тоже, да, ничего себе вы вообще, класс. Вот как я вовремя пришла. Да. Вовремя успела. Да, Саша. С премьеры вас поздравляем, собственно. Так и я, спасибо большое. Хотим клип «Секрет». Саша всегда у нас действительно как Снегурочка. Там очень приятно. Давайте просто... классика. Я люблю классику всегда. Ну, я вот не люблю классику, особенно в одежде, но я люблю, когда... Ну, вспоминаем классику, допустим. Некоторые клипы, которые вот мои, допустим, я их иногда очень люблю пересматривать. Как так что, да, вот как легенду, да. Вот есть же у вас такой клип «Не родись красивой». Давайте вспомним. Да, давайте, с удовольствием. Знаете, Саша даже нам призналась, что как жалко, что не я в этом клипе снималась. Можно переснять. Всегда. Далеко. Игорь Юрьевич сказал, да, замуж, деньги, все что угодно. Давайте посмотрим, поулыбаемся, поспоминаем. И главное, самое главное, полюбуемся, что мне очень нравится.
Учитесь красивыми, девочки, а родите счастливыми. Да уж, мы лучше красивыми. Лучше красивыми родиться. Люди просто проще по жизни будет, серьезно. Вами восторгаются, вас влюбляются, вас приглашают замуж, от вас хотят детей. А ты считаешь, некрасивых не приглашают замуж? А вот некрасивых, мне кажется, тяжелее немножечко бывает в жизни. Нет, нет, нет. Нету некрасивых женщин. Да врете все, да врете. Конечно, красивым легче живется. Да у каждого просто своя красота. Да ладно, это вы знаете, это все будут говорить деликатные люди. Пожалуйста, сова. Вам-то хорошо, вы все красивые, у вас все под ногами. А кто сказал, кстати, что мы красивые? И тракториста вас хочет. Подожди, кто сказал, что мы красивые? Я говорю, вы красивые. Для меня вы красивые. Все. Как это ловко? А для другого человека вы не очень красивые. Я не верю в это. Я не верю, потому что все равно есть некоторые стандарты. Даже Микеланджело и Леонардо да Винчи. Я думаю, что Игорь Матвиенко, я некрасивый стандарт очень. Короче, мы стандарты для Игоря Матвиенко. Да. Игорь Матвиенко, конечно же, выбирает самых красивых девушек нашей страны. А вы, на самом деле, в прямом эфире, вы смотрите нас, Russian Music Box, и звоните нам, пожалуйста, 8499-276-2949. Мы ответим на любые ваши вопросы. 8495 – это префикс, извините, я поправился. Вы на самом деле очень разные. Смотрите, одна девушка прекрасная в кроссовках. Вторая девушка прекрасная в строительных ботинках. Третья девушка прекрасная на каблах. Четвертая девушка прекрасная в платье. О, кстати. Вот. Ну, а я в таком джекет и на глаз. Вы говорили, а вот ты про красоту, а какие-то контракты существуют, там, например, нельзя рожать детей или что-нибудь такое, или вообще нет ничего? Существуют контрапункты. А, существует, да? Юлечка, прости, что строить ботинки, я сам. Нет, я хотела одеть с клепками, но мне моя любовь сказала, нет, одевай вот эти, я делаю вот эти. Очень хорошие штуки. У вас стили совершенно разные, и как бы бывает, а бывает такое, что одна вещь нравится на троих? Видели? Какая? Где-то случайно оказались в магазине. Нам случайно какой-то. У нас костюмы есть такие, свитера три одинаковых, и нам очень они нравятся. И всем. Поэтому мы купили три, нет, мы купили просто три одинаковых, чтобы выступать. Чтобы нас путали. Нашли компромисс. Да, в Сибири, в общем, что там про контрапункты? Плиз. Контрапункты – это слово возникло еще в Древней Греции, когда сам бог Епифандрий установил свои какие-то правила игры в своем государстве. Игры. И все это сводилось к тому, что салат нельзя было резать ножом в правой руке, только левой, и добавляя приправу хазабурн. Вот, все. Элементарно, мне кажется, ходячая энциклопедия, да? Все понятно. Значит, в контракте Матвиенко есть некоторые контрапункты, как правильно питаться. Веганство, нельзя колбаски, нельзя хлеб на ночь. Я думаю, что только именно... Серьезно, а ты можешь себе позволить, Саня? Я, да. Худенькая прям, реально. Что прям съесть кусок мяса иногда, или там... Ну, не на ночь, или конечно. Медовик, допустим, то, да, что ну, я люблю ну, особенно. На ночь, например, просто очень тяжело, если кусок мяса съесть, или медовик. Да. Но медовик конечно, можно вкусно в 4 утра. Вдавить медовик. Ладно, про еду, давайте про соцсети немножко. Вот вы как-то... Как происходит жизнь в социальных сетях? Кто самый активный из вас? Просто... Кто чаще выкладывает фотки? Мне кажется, мы какие-то равномерные. Мне кажется, нет такого, да. Просто нет такого, что надо обязательно что-то выложить там, например. Есть настроение или нет? Да. А сами ведете или кто-то за вас? Сами. То есть поэтому те фотки, которые появляются, если у нас есть настроение, мы выкладываем. Если нет настроения, мы не выкладываем. Поэтому иногда бывает такое, что мы там, например, по 2 дня не выкладываем. Ну просто нет настроения, как бы. Это же не обязательная такая штука. Да. Всем же интересно. Ну, кстати, в Инстаграме появилась история. И с ним стало еще более лениво выкладывать фотки, потому что ты раз снимаешь, что сейчас происходит. Мне, допустим, всегда интересно, когда вот девчонки, там, не знаю, в купальниках, на пляже. И мне да на что, самом деле очень странно, нравится, когда там раз и все. А я не знала, там же, все рассматривают фигуры. Сейчас самое купальник, да. Извини, Олежка, все... перебиваю. Да. Сейчас самое культовое стало типа вообще вау. То есть девушка вот так становится, она в слитом купальнике, она становится боком. Здесь как бы обязательно грудь как бы должна быть. Да. И она берет и поднимает. Поднимает почти до груди. Вот как раньше она так берет, и вот все, бедро. И вот это прям... Вот это, конечно же, это интересно. Но не еду же, которую мы едим. Правильно? Салат, это кошмар. А вот как зачет там... Зачет, да? Кожа берет и поднимает. Конечно, поэтому респект Вачковой. А какие планы ближайшие? А сколько групп, кстати, 15 уже есть? Да 65 уже, что ж так мало-то говорите? А, вот уже. А в следующем году 15 получается? Сашуль.
следующем. Через 2017. А думаете про юбилейный концерт, например? Мы грезим. Мы думаем. Я думаю, Матвиенко сделает, скажет, нужно обязательно. Потому что группа «Фабрика» – феноменальная группа нашей страны. И как же не отметить на всю страну, чтобы это не был вообще какой-то грандиозный концерт еще с фейерверками, с салютами, просто чтобы вас носили на руках. Вы этого достойны, блин. Честное слово, потому что девчонки прелестные и прекрасные. Спасибо. Да, и тем более, что гелс-бендов-то у нас не так много. Вот да, их вообще, ну, не знаю, практически правда, нет, и все. Только там... Мне кажется, дофига. Ну, как, какие серьезно? Дофига? Виагра, серебро. Не знаю, мне ближе вы. Все. Вот. А еще, я знаю, поющие трусы есть. Группа девушки. Есть такая. Ну, еще есть там всякий что-то, шоколад какой-то, еще какой-то. Ну, это все ерунда, Мы лучше вам расскажем, друзья, о нашем еще одном новом клипе. Молодец! Молодец! Да, который выйдет этой осенью. Вставай в серединке. Молодец! Видите, как сразу? Смотри, сразу раз. Рассказывай. Как называется? Нет, в Одессе мы ничего не снимали. Этот клип мы сняли 29 февраля. В этот высокосный год, именно в этот день. Он очень нестандартный для группы «Фабрика». Это арт-проект. Такими вы, девочек, да и меня, в общем-то, не видели никогда. А режиссером клипа стал Кирилл Сафонов, муж Саши. Ой, да ладно, твой любимый. Мы там будем не такие, как обычно, не вот такие, знаете, такие вот прям все красивые, нарядные, не в платьях, не в туфлях. А не в купальниках даже, Олег. А какие вы узнаете этой осенью? Да. Что нужно? Как называется песня? Песня называется «Полюбила». «Полюбила». Там мы вас увидим совершенно. Просто эта песня, уже у нас была попытка выхода этой песни, и мы как-то вот думали, будем снимать клип, не будем снимать клип, но песню мы уже исполняем. И народ везде, во всех соцсетях просто потребовал, говорит, мы требуем клип на песню «Полюбила». И вот у моего мужа родилась такая очень интересная идея, и мы решили, а почему вы нет? Я думаю, девчонки спрашивают, Сашка, расскажи, какие мы там, потому что ты самый близкий человек Кирилл, ты, естественно, нет, все это видишь. Мы все вместе. Нет, это работа наша общая, и общая работа нашей команды, которые нам помогали, которые делали с нами этот клип. Это большая команда, но мы делали это все вместе. Все с премьеры к нам. То есть нет такого... Нет такого, чтобы только один человек это делал. Это все вместе. Мне так интересно. Мы больше не можем, ничего больше не можем вам сказать про него. Предлагаю загадать желание. У нас здесь три Саши, и вот вы... Я стала хорошо как раз. Я тебя специально подогнала. Давай, я встану, я загадаю желание. Да, загадывайте все желания, пока нас три Саши. Я тоже загадаю. Эксклюзив на Russian Music Box. Сейчас будет, будем ждать вашего нового видео, потому что чрезвычайно интересно, как вы видите, особенно Тони, вы увидите, не знаю. Нет, я там как раз... Эро. Какая я всю страну говорю. Эро. Какие планы на осень, на Новый год? Ой, ну что, купаться пойти в Москву реку наконец-то на осень. Не надо. А когда же еще? Где на Новый год уже? Я знаю, что я буду в Германии, а вы? Круто. Ух ты. Ну, пока похвастаться Германии не можем. Где больше нравится Берлин? Ой, извините. Где больше нравится, дома или на работе? Или в Берлине. Новый год. Дома или в работе? На работе. Мне тоже так нравится с вами игры, да, согласен. Как будто бы, когда ты работаешь, это залог успешного года. Серьезно? В работе, да. И хорошего настроения, мне кажется. Приходишь, все накрыто, ничего делать не надо. Оливье тоже не надо резать. Не, ну что ты так все рассказываешь сразу, Олег? Да, своим любимым делом занимаешься, и все прекрасно. Все твои близкие рядом с собой, правильно? Да, микрофон. Здорово. Какие еще планы, кроме... Нет, давайте поздравим Матвиенко с новой должностью. А, давайте. Давайте. Дорогой, любимый продюсер. Дорогой Игорь. Мистер Президент. Пупи-ду-пу-пу. Мы вас поздравляем с замечательной новой должностью и гордимся вами очень сильно. И, ну, если что, готовы помочь. Конечно же. С вами была группа «Фабрика», прекрасная Александра Савельева, Ирина Тонева, Александра Попова. Мы с Олегом еще вернемся к вам. Боже. Группа «Фабрика», группа «Секрет» и удачи, пока! Я пока. Хочу, я практически требую, чтобы мы посмотрели ваш видеоклип, который называется «Секрет». Но «Секрет» — это секрет, должен оставаться секретом. Никогда не выдавайте его. Смотрим. «Фабрика», «Секрет», три красавицы были вместе с вами и со мной, и с Сашей Куцевой.
всегда грустно, когда гости уходят. А мне совершенно не грустно, потому что гости вернутся, и это абсолютно точно. Друзья, люди, зрители мои, просто хорошие люди, вы в прямом эфире Russian Music Box. Так что звоните нам 8-495-276-2949. Я буду очень рад любому звонку. У меня Саша обнимает, жизнь прекрасна. Мы с вами 13 сентября. Это не страшно. Скажи, ты боишься 13 числа? Я не боюсь. А мне тоже. Я люблю цветы, Олег. Вот. Очень люблю цветы, особенно когда их дарят неожиданно. А у нас есть такие прекрасные партнеры. У тебя все прекрасное. И прекрасные партнеры, прекрасные цветы, да. Прекрасные люди. Скажи, отличные совершенно. Цветы с доставкой. 15% скидка, если при кодовом слове. Какое кодовое слово? Ну скажи, ну какое может быть кодовое слово? Music Box. Говорите Music Box, и тогда вам просто все на открытые ладошки. Да, а давай посмотрим клип «Елки». А давай немножечко я тебе скажу, какая ты сегодня замечательная, красивая, вся светишься. Потому как елка, как елка, да, в платье такая, наконец-то оделась. Давайте такая. Посмотрим «Елку», мне нравится эта певица, тем более я, кстати, хочу иногда такую штуку на голову себе давай сгромоздить. Давай окрасить волосы, Олег, я согласна. Ну да, какую-то такую штуку, башню, и походить и пошокировать людей. Смотрим «Елку», наслаждаемся и ржем. Друзья мои, вам не чудится, вам не мерещится, вы видите воочию, и это самая настоящая тигрица нашей музыки, красивейшая, моя любимая, ну просто мое сердце, Ирина Дубцова. Вы не представляете, как я рад, я думаю, что вы рады тоже. Поэтому сегодня хорошее музыкальное счастье, приветствуйте, Ирина Дубцова. Всем привет. Вот. Мы очень рады, Ира, тебя видеть, потому наконец-то. Что я доехала. Ехала к нам целый месяц, представляете, пробки сумасшедшие. Но я понимаю, что гастроли, графики... У меня были уважительные причины, были честное слово. Ирочка, ничего, что я тебя назвал тигрицей? Тебе нравится? Ну, ты видишь, я же не отреагировала отрицательно. Вот так вот, да. Нет, Ира сильная женщина, а все сильные женщины, они, по-моему, в принципе, должны ассоциироваться, мне кажется, какими-то такими животными. А что ты меня все время называешь? Что ты меня все время сильной женщиной называешь? Потому что я слабая и нуждаюсь в защите. Конечно, слабая. Потому что в защите, опоре и поддержке. Ну да, мы для мужчин мы должны такими казаться. Вот, все правильно. Главное, чтобы не царапались. Вот. А так все в порядке. Ирочка, рассказывай про прекрасное свое новое видео, с которым ты сегодня пришла. Что, как это? Я знаю, что там какие-то невероятные цвета. Розовые. Ну не такое уж и новое. Ну, для нас может быть, новое. У вас оно, конечно, новое. Вот, да. Получается, что мы презентуем, да? Ну, сегодня. Как бы, да, нет, да. Все равно, как бы, многие уже видели, но мне вот лично интерес, по какому принципу выбирают... Цвет парика. Нет, это понятно, мы об этом поговорим чуть позже, по какому принципу выбирают главного героя мужчину? Вот твой, ты выбирала? Что тебя так задел, Венцеслав? Да, потому что мне всегда интересно. Как выбирают главного мужика? Понимаешь, что ты мне не позвала, не позвонила? Именно он, потому что вот, чтобы мы потом вот так встали здесь и обсудили. Да. И не только мы, потому что это обсудили все. Ага. Нет, это просто вездесущий дом 2, вот и все. Почему бы и нет? Такой персонаж очень... А сама смотришь реалити, наблюдаешь, знаешь по именам? Не смотрю, и, честно говоря, от того, что происходит вчера случайно ночью, включила и увидела, что какое-то там новое... нововведение, что-то там на острове, какие-то девушки борются за мужчин. Это такой кошмар. Я как мать призываю именно эту часть проекта закрыть. Ужас. Ну, я тоже считаю, что такого ужас. Не должно быть. Девочки, когда добиваться мальчика, это странно. Ну, или как-то, я не знаю, показывать это, может быть, где-то только в интернете. Никак не по телевизору. Да. Я скажу так, ладно, достойный персонаж, достойный самец. Ну, неужели? Да, все весело же, слушай, главное же весело. Чувство юмора спасет мир. Как тебе розовый цвет идет? Почему ты сегодня не в розовеньком? А потому что... Ну, осень наступила, высохли листы. А я могу сказать... Мне никто не надо, кроме ты. Меня чуть-чуть тошнит, когда я вижу розовую помаду, розовый кошелечек, розовый... Я поближе своей розовой помады. Стану. Она теперь нравится. Ну вот, видишь? Ты переменчивый какой. Прям уж вообще. Новая, как сказать, вот недавно была блондинка и уже брюнетка. Как часто мы с чем связаны? Такая странная женщина. Это вот что-то происходит в жизни и вдруг меняется или как? Да, ну нет, просто захотела блондинкой, захотела брюнеткой. Захотела, как...
Хочу, могу, делаю. Значит, у меня хэштег такой в Инстаграме хочу, у меня любимый. Хочу, могу, делаю. Давай посмотрим, насладимся твоим клипом, да, потому потом... что он весьма неожидан для тебя. Я чуть там не рухнул туда, думаю. Держись. Неужели это Ирина? Держись, думаю, да. Олега, держись. И в мармеладах тоже я. Смотрим Ирину Дубцову, красотку в розовом и наслаждаемся. Ну, не падаем в обморок. Очень забавное видео, на самом деле, розовый цвет и на голубом фоне, это, конечно, круто. И очень неожиданно для тебя, потому фон, что... Фон, кстати, называется Тиффани цвет. Тиффани цвет, да. Тиффани. Не знаю, мне как-то обидно за мужское население, как будто, не знаю, как будто издевается. Слушай, а вот кто-то проводит аналогию, а кто-то нет, да, понимаешь? Как будто все время, сверху, как будто все время ты чуть-чуть презрительно к мужскому полу. Как будто все время что-то вот, ну, недостоин он меня, ну недостоин. Есть такой? Ну вот есть. Ну нет, ну нет. Ну да, ты сама сказала, не у меня. Ты сама сказала, могла красавчика поставить, тут раз и все, взяла, всем же смешно. А что это, Вячеслав очень даже красавчик. А он красавец, да, мачо. Я беру слова обратно. Мачо. Мачо. На самом деле очень неожиданно, потому что у тебя всегда клипы очень такие серьезные все. Вдумчивые, и вот помнишь, я тебя поздравляла с песней «Люби меня долго», и ты говорила, да, это действительно впервые для меня такая песня позитивная, обычно у тебя такие какие-то очень, все переживаешь, ты страдаешь, там что-то такое. И ну здесь да, очень здесь такое дело. Да вот, здесь нормально, тут Ира, знаешь, как танцует, посмотри. Там такие еще не, вообще, не все там мои танцы, пируэты, не там, все мои танцы вошли, такие, кстати. Там такие в... шпагаты, там просто там такие шпагат пируэты. Могу, кстати, да. Шпагат обычно на Мальдивах принято садиться, знаешь, да? Там я и сажусь, и шпагат. Видимо, тебя на Мальдивах, ты там только к слову, в пене морской. К слову. И... спа слово да. О шпагатах. У нас есть прекрасный партнер, школа шпагата «Пластилин». Да на ладно. Пушкинская, на Новокузнецкой, шикарный студий. За два дня вот такой шпагат. На два месяца посадят точно. Сказали, что там есть на поперечной, на левую, на правую я могу. Поспорили, вот я не знаю, выиграли я спор за два месяца. Слушай, супер. Так да. Что это тебе от нас. Супер. И еще от компании kupivip.ru, интернет-магазин, тебе тоже там... Подарок, Олег, вот еще подарок. Ой, да, да. Да, 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 что ты там зажал? Шмоточки. Ну тут вот половина. Шмоточки. Да, ну там найдем. Ирка, я тебя люблю. Да. Я тебя люблю. Есть там что-то. О, тяжелый какой. Это, да, мы тебя просто поздравляем с уже, с, правда, не самым новым клипом. Для нас он новый, потому что ты презентуешь. Я уж новый сегодня скоро принесу, а вы все старые тут поставили. А что за песня? Рассказывай. Ну сейчас. Да, я вам так рассказала. Хорошо, да? Приоткрой тайну чуть-чуть. Там, да, что, о чем будет? Понятно. Любовь. Ну, конечно, про любовь, про любовь. Про любовь. Звонят, Ира, тебя хотят очень. Здравствуйте, как желают. Вас зовут, откуда вы? Алло, здравствуйте, меня зовут Лиза, я из Москвы, хотела бы задать вопрос Ирине. Да, Лиза, здравствуйте, очень приятно. Здравствуйте, Ирина, очень приятно вас видеть, вы замечательно выглядите. Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, вы предпочитаете больше активный отдых или пассивный? И как вы провели это лето, в каких странах побывали, где очень классно сейчас отдыхать? Расскажите. Мне кажется, нужно подарок девушке дать, потому что у нас что-то как-то в этот раз... В этот... Ладно, вам подарок за хороший Лиза, вопрос, Ирине. Спасибо, да, вам большое. Что подарить вам? Вот вы что хотите? Вот у нас есть... Да, хорошо, ладно, давай подарим мне тоже на школу шпагат. Я согласна, да. Пусть Лиза тоже будет в шпагате. Зачем я это лето провела на гастролях, по большей части на курортах Краснодарского края. Три раза... Сочи, Лазаревка, Геленджик, Анапа и так далее. Вот. В первый раз я была с сольными концертами в Крыму. Тоже в этом году. Все замечательно прошло. И не могу сказать, что лето, Олег со мной согласится, для артистов лето это не пора отпусков, а пора, горячая пора работы, что нас, артистов, и, надеюсь, зрителей не может не радовать. Вот. Ну и успела недельку съездить отдохнуть на любимые Мальдивки. Кстати, многие думают, что отдых пассивный, но для меня это суперактивный отдых, потому что плавание, рыбалка, нырялка и прочее. Да, я знаю, я Ирине знаю много больше. Ира любит Мальдивы, Ира любит прекрасные острова, прекрасный песок. А почему тогда, нет? Тогда, когда просто спокойное время, а то, что лето на самом деле в работе, это всегда здорово, я здорово и прекрасно. Мальдивы. Ты сядь на шпагат сначала, потом на Мальдивы. Это спорт из Сейшелы, а Мальдивы по умолчанию должны быть. Слушайте, если надо на Мальдивы, вы ко мне, вы мне звоните. Выступление на новой волне. Просто вышло и пизел твой. Красиво спела. Как да. Во мне было, скажи. На вечере у Газманова у меня была очень трогательная песня. Да. «Прощай». Я вспомнила всю грусть, которую я когда-либо пережила.
и вложила ее в эту песню. И тем более, что когда мне дали эту песню, я обрадовалась безумно, поскольку это одна из любимых песен Газманова. Вот, если кто-то не знал, что Олег невероятный автор, очень многие даже артисты удивлялись тому, что вот эти все песни Олег не просто исполнял, а еще и написал сам и для себя, и для многих других. Вот, потрясающе, конечно. Ну, атмосфера. Я очень люблю Сочи, у меня много друзей, с удовольствием езжу на концерты и просто там на пару дней отдохнуть. Но вот той атмосферы Юрмалы так не хватает. И я могу сказать, что это обсуждают абсолютно все. И зрители, которые привыкли ездить каждый год. Я думала, что Юрмала тоже слезы льет. Хоть и лайм и байкали была, но очарующего аромата вот именно прибавки чуть не хватило. Да, вот атмосферы этой нет. А с другой стороны, было феноменально. Я думаю, господи, сколько туда миллиардов-то вообще вбухали. Я сегодня проснулся, честно, знаешь, проснулся у меня в голове. Не ревнуешь? А потом смеялся на твоей фразе, Ира Борис. Ну почему Ира Борис? У Иры так все замечательно. Знаешь, многие думают, Ира Борис. Или Ира Борис. А, например, когда нет, Ира Борис, естественно, а когда эта песня только вышла, мне позвонил Лазарев и говорит, Ир, говорит, пожалуйста, скажи мне, я поспорил, там нет, не про Бориса. Отче наш или Сочи наш? Вот, и мы теперь каждый раз, когда встречаемся, я говорю, что, Серега, отче наш. А там Сочи, естественно, наш. В общем, умеешь рожать, умеешь хиты. Давайте посмотрим. Давайте смотрим. Девочку бы еще родить хотелось. Да, Любовь, Ира, Борис. Да? Да. Но все прочувствовались, я тоже уронил свою. Даже две мужские слезы уронил. Ира, Борис, и «Верь в надежду», и «Любовь». Самое главное, конечно же, любить. Правда, Ира? Да. Вот ты влюбчивая, правильно. Я знаю. Вот влюбчивая. Что-то меня сдаешь на всю страну. Да нет, я творческий человек. Моя влюблялка. Хочу влюбляюсь. Ну, хочу влюбляюсь. Хочу, вот если не влюбилась, то песенку не родила, да? И не хочу, разлюбляю. Вот. А правда, что поэт должен страдать всегда? Чтобы хиты писать? Как вот? Ну, я не поэт, я поэтесса. Ты композитор. Композиторша. Композиторша. Как ты могла такую классную песню Киркорову отдать? Как это? Бывает, что, знаешь, вот все артист... лучшее лучшим артистом. Серьезно? Потому что Киркоров это лучший артист. Для себя самый лучший оставляет? Нет. Филя лучший. Я не перестаю в этом убеждаться уже который раз. И, конечно же, учитывая, что это, кстати, моя история, история моей жизни, я с удовольствием отдала эту историю рассказать. Ну, он спел, конечно, великолепно. Замечательно. Я великому свидетелем. Я приходил в далекие там года на концерт к Филиппу Киркорову. Я думаю, ну как же может быть, человек вышел на сцену, все зрители его. Он какой-то действительно инопланетянин. Он любит своего зрителя настолько, и это залог, на самом деле. Да. Ты большая молодчина, вот правда. Я надеюсь, что мы еще... Да, напишу с удовольствием, у нас есть планы. Нет, у меня немножко другого формата музыки. Я Игорь Коров. Я хочу подарки подарить. Смотри, я хочу получить подарки. Да, у нас там накопилось куча подарков. Вот от компании Sony такая штучка. Я не знаю, что она делает, но что-то делает. Что-то делает. Сыночку. Она что-то делает. Это от компании Pioneer тебе вот такие прекрасные наушники. Ух ты, зелененькие. Сыночку. У сыночки такие есть штуки, которых я не слышала. Есть такая студия загара и красоты «Бронзовый рай». Прекрасно. В общем, по-моему, на полгода. Давай уже сюда. Какой-то безлимитный, там что-то там, ходи, загорай. Да, еще можно постричься и покраситься. Вот. Какая прелесть. Еще библиотека стиля, такой прекрасный салон в духе «Алисы в стране чудес». Тебя не видно, да. Вот, да, там очень класс, красиво, ну-ка давай тоже посмотрю. Боже. Вот. Мне надо копить приходы к вам, не приходить несколько раз, да, приходите, сразу 85 подарков. А клиника результативная стеллап тебе тоже подарок дарит. Вот. Представляете, да. Наверняка же существуют клиники не результативных, безрезультативных косметологий. Нет, гарантирую. Будет спасибо. Это Курасана, потом Австралиан Голд, всякие средства для загара, для моментального загара. Это тоже от «Бронзового рая». Спасибо. Спасибо большое. Поедешь на Мальдивы, так что все это пригодится. У меня в ноябре отпуск, да, ближайший после тура. Расскажи, как от своего ребенка Бэбика отправил 1 сентября? Бэбик мой уже не такой уж, конечно. Купила не гладиолусы. Конечно, естественно, я купила не гладиолусы, а красивые розы. Я видела фотографии. Красивые, да. Конечно, мы примерные родители, у нас традиция. Ну, во-первых, мы дружим. Ну, а какой концерт может быть в 8:30 утра 1 сентября?
Саша. Вот, конечно, мы на линейке были. Да. Тёма у меня молодец, Тёма отличник. Получил за третий класс, пошел в четвертый, получил за третий класс, как положено. 1 сентября выдают похвальные листы, или там грамоты, похвальные листы. Вот, и я очень горжусь. Своим отличником. Хотя, судя по поведению его, если так кто не знает, посмотрит, подумает, что чистый двоечник и тусовщик. Понятно. На самом деле нет. Со спортом как? Со спортом он занимается трюковым, профессионально занимается трюковым самокатом, катается в этих парках специально. Боюсь, слежу за тем, чтобы обязательно был шлем и всякая там амуниция специальная. В общем, гиперактивный у тебя ребенок. Надеюсь, что это не диагноз, сейчас ты озвучила, гиперактивность. Вот. Нет, у меня просто современный пацан, 10,5 лет. Самое главное, что он красавчик. Красавчиком родился. Да? Прекрасный. Ну, мама же, я же не могу быть объективной. Мама, папа, прекрасная, все замечательно. Самое главное, что он без придури. Понимаешь, что нужно вырасти, да, защитником, да? Да, он в этом смысле он молодец, сыном, он мужчина. И это правильно. Это, и не борзеет. Очень... Что самое... Ой, иногда борзеет, конечно. Борзеет, да? Ну, а ты как-то его чуть-чуть нет? Конечно, тут-тут. Говорю, пойдешь работать, мыть посуду. Слесарь. Мыть посуду, да, зарабатывать первый миллион, как он выражается. Вопрос от Кристиночки Петровой. Ирина, добрый вечер. Очень рада видеть вас. Не знаю, почему через «Н», но, видимо, такой стиль. Я знаю, что вы любите сладкое, но у меня к вам вопрос. Какой ваш любимый десерт? Я вообще не люблю. Любите, да, я вообще не люблю сладкое. Ну, какой любимый десерт? И недавно выяснилось, что мне вообще сахара нельзя по генетическому моему типу. Да. Вот. Не хочется. Вот хочется. В организм все-таки чувствует, да, вот я солененькое больше люблю, там огурец быть кабачковой. Но если вдруг десерт, если очень-очень хочется, я раз в месяц могу себе позволить, девочки поймут, шоколадку мне хочется. Вот. А если уж совсем хочется какой-то десерт, то безумно люблю, безумно нравится мне панакотта. Но такая классическая. Вот. Я знаю, что ты сама хорошо готовишь. Да, и торты в том числе. Я обожаю это делать. И время находится, получается? Находится. Я всегда на это найду время. Более того, когда я очень устала и еду, например, из аэропорта домой, я обязательно заезжаю в магазин и на рынок. И потом, какая бы уставшая я ни была, как раз-таки самую сильную усталость, стресс, накопившийся после долгого, например, тура гастрольного, мне снимает именно прием гостей и вот... приготовление всяких явств. Вообще, сложненько с гастроли приехать, да еще и сыночку встретить, что-то приготовить. Ну, вы сами сказали, что я сильная женщина. На саму себя времени, в принципе, очень мало хватает. Поэтому отоспаться бы долго-долго. И вообще я переживаю, чтобы тебя любили всегда очень долго-долго, нежно-нежно, чтобы любили всегда ты вас... Просто как вот в центре розы. Есть роза, а ты в центре всегда сидела и говорила: «Господи, люби меня долго-долго». Смотрим Ирина кино, смотрим Ирина шедевр. И мое. Конечно, твое. Вам бы поплакать, а мне полюбоваться. А здесь не плакать. Люби меня долго-долго. Там столько людей, на которых можно любоваться. Вообще не хочется расставаться. Вообще. Так долго тебя ждали, и так быстро прилетело время. Ох, Сашечка. Знаешь, сколько дел и у вас, и у меня тоже. Мне было очень приятно, во-первых, я Ирочка, правда. Ты на восток, я на запад, в самолете, я на поезде. Мне очень приятно тебя видеть. Ну, честно, я думаю, что мы увидимся в ближайшее время. Скажи, какие у тебя планы, куда ты поедешь, кому ты встретишь, в каком ты городе будешь. Ой, у меня... Так что, привет, не знаю... Сыночку. Столько всего. Мужу в конце-то концу. Бах. С 21 сентября у меня начинается большой тур Дальний Восток, Байкал, кстати, Ангарск, Иркутск. Вот. Посылку передать не надо никому? Да. Сибирь, Урал. Заканчивается этот тур большой в БКЗ в Питере 12 октября. В общем, увидимся в 16 городах. Пожелайте мне сил и моему коллективу, а удовольствие от встречи с вами нам, по крайней мере, гарантировано. Надеюсь, что и вам тоже. Я желаю тебе, чтобы у тебя была куча сил и энергии. Может быть, я даже банку малинового варенья тебе с собой дам. Это всегда хорошо. Чтобы у тебя была тоже чай с малиновым вареньем. А я сам готовил. Тем более. Хочу, обещал, все слышали? Даже смородину могу притащить. Супер. На самом деле, я помню, как-то мы с тобой переписывались, когда у тебя пошел этот плотный график. И ты говорила, как я устала, я вот так устала, Саша, так устала. Помнишь, ты сказала, ну ты же мечтала об этом. Конечно. Вот скажи, вот когда мечты реализуются в этот момент, кажется, вот этот момент, вот долго ждала вроде,
И что дальше? Наверняка что-то хочется дальше, правильно? А дальше? Что ой, дальше. Корона. Евровидение? Должна быть корона. Почему корона? Корона. Почему корона? А что, Евровидение, это у нас Венец, Венец карьеры, что ли? Есть какая-то планка, или ты можешь об этом сказать? Чего ты очень сильно... Кстати, я бы обрадовался, если бы ты поехал. Моя планка – это продолжать вот так вот аккуратненько обманывать судьбу, в том смысле, чтобы она не заставила меня выбирать между семьей и работой. Я хочу продолжать совмещать это, и чтобы у меня хватало времени, потому что и то, и другое в своей жизни я люблю одинаково и очень сильно. Да, да, вот это для меня самое важное. Так что, когда артисты говорят, ой, я так устала, я так не могу. На самом деле артисты в этот момент счастливы, потому что востребованы, то, что любимы. Это да. И когда вообще рук не хватает, чтобы утащить цветы, и артистка выпадает, ой, как много цветов, как тяжело. Поэтому не думайте. Вот Коле Баскову не тяжело носить столько счастлив. Количества цветов. Смотрим тебя. Смотрим. Скажи бай. Спасибо вам большое, всем пока, и я буду вспоминать сегодняшний эфир и вас. Вот. Смотрим Иру Дубцову. Ну вот как всегда пусто становится, когда гости уходят? А ты знаешь, а мне на душе совершенно не пусто. Я наоборот наполнен, потому что замечательные гости. И самое главное, что нас воочию видит вся страна и видят замечательные наши поклонники, внимательные зрители. Потому как звоните, пожалуйста, к нам в прямой эфир на Russian Music Box 8495-276-2949. Александр Куцевол и Олег Яковлев приветствуют вас вновь. Да, и, кстати, спасибо еще раз шоуруму Collabs Brand Club за наши сегодняшние образы. Ну, вот, да, 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 да. Что там про цветочки? Цветочки, Олег. Мы любим цветочки, тем более, что осень наступила, и как-то, знаешь, грустно становится, но... Кусочек лета, когда есть цветы дома, это супер. Поэтому все заказывайте цветы и дарите друг другу цветы. Тем более, что есть такая уникальная история, как Magic Box. И там можно что? Цветы. Я думаю, что вы просто говорите пароль Magic Box, и тогда для вас будет все сделано в самом наилучшим образом. Со скидкой, Олег. Да, скидочка, кстати, 15%, это даже очень и очень много. Знаешь, я хотела попросить прощения у тебя. Вот, за что? Вот помнишь, вначале девочка звонила, ты говоришь, отдавай ей рюкзак, отдавай. Я говорю, нет, подожди, мы подождем, подумаем. Да, я девчонка, была не права, Лешечка, я говорю это редко, наверное. Ну, вот, конечно. Я вот каюсь, да. Все-таки та девочка заслужила этот подарок. Давай вот покажем, что мы ей подарим сейчас. Ну, покажи, пожалуйста. Да? Смотри. Да. Вот у нас есть такая прекрасная история. Вот так бы почаще бы извинялись, потому как действительно, ты что-то как говорилка какая-то. Почаще бы извинялись, потому что это приятно. Я не права, и нам сразу легче. Так что Ульяне из Москвы, как я и хотел, я дарю говорящий рюкзачок. Так что можно ходить в лесу, включить музыку, и тогда все ваши грибы в этом рюкзачке тут же и будут. Да, так что звоните, номер телефона вы знаете, 495-276-2949, можно позвонить и сказать, это я выиграла приз. Ну, это же приятно получать призы, Олег, я обожаю конечно, получать конечно. Подарки. Конечно, а я люблю группу Ума Турман. Тебе нравится она? Я обожаю Володю Христовского, он такой замечательный, и он похож на Иисуса чем-то, мне кажется. Такой образ, да? Прекрасные братья, прекрасная музыка, действительно, высочайшего плана. Смотрим. Группа Ума Турман. Я уверен, что вы получили огроменное удовольствие, посмотрев клип Ума Турман, потому что мне нравится, когда картинка соответствует музыке. Поэтому мы с вами, Олег Яковлев и Александр Куцевол. Мне кажется, что вот зрители получили удовольствие больше... От общения с нами, Олег. Вот. Да, конечно. Да. Это с красивыми девушками. Потому что, Олег, можно я пользуюсь случаем, поздравлю тебя с премьерой твоей новой песни, которая вот-вот, прям как свежий горячий пирожок на iTunes появился, вот буквально там 2-3 дня назад. Ну, спасибо, можно. Я тебя поздравляю, да, с песней «Мания». Я думаю, что мы будем снимать шикарное видео, а потом будем презентовать. Я так приоткрыла тайну чуть-чуть. Ну, в общем, поздравляю. Песня нет, шикарная, скачивайте в iTunes. Мне приятно то, что когда всегда свеженькое что-то, когда ты что-то делаешь, не только старенькие свои какие-то песни,
но ты что-то действительно что-то новое преподносишь. А это действительно для вас. Так что слушайте песню Мани в iTunes. Думаю, что будет клипчик очень интересный. И Google Play тоже есть, там все есть для всех гаджетов мира. Все, Саша, все спасибо подходит. Тебе большое, что поздравил. Да. Вот, спасибо, Олег, тебе за прекрасное твое творчество, за твое настроение. Ну, хватит, за... все, у меня уже крылья вот. Выросли за спиной. Ну, я не хочу прощаться, но тем не менее не придется. Не Хорошие хочется. Друзья, вам осени, золотой осени, приятного листопада. Кто хочет, пусть проводит и продлевает лето в каких-то странах, путешествует. Пусть много будет картошки на огородах, пусть будут самые вкусные овощи и фрукты, пусть будут посиделки домашние. А можно привет передать? Конечно. Хочу передать привет Вике Шкариной из Ростова-на-Дону. Она приехала сегодня в Москву к нам в гости, мы ее даже немножко видели. Вот, большой привет Вике, спасибо за дружбу. Кстати, 24-го мы в Ростове, приходите на концерт коллегу, ждем вас, ростовчане. Ну что, смотрим Олега Яковлева? Смотрим Олега Яковлева. Позвонишь мне после трех шампанского. Мы вас любим, целуем. Пока. Пока.